Всех приветствую, дорогие друзья. Зовут меня Татьяна Столярова, и я являюсь партнером компании Батель. И сегодня я хочу рассказать вам вот об этой чудо-пасте. Крем-паста чистящая, гранулированная для всех типов поверхности на основе природного абразива. Эту пасту я пробовала сегодня на старой газовой плите. Вы знаете, результат ошеломил даже меня. Ранее эту старую плиту я чистила при помощи комета, и порошка, и геля, и еще разных других популярных средств. Но такого эффекта я не получала, как получила с этой самой крем-пастой. И далее видео, смотрите, какие же это были поразительные результаты. Итак, что же мы с вами имеем? Мы имеем старую плиту, на которой мы готовили борщик и жарили с детьми блинчики, и пасту Батель. Обратите внимание вот на эти пятна. Это пятна такие жировые, достаточно въевшиеся. Обычно на этой конфорке мы с детьми жарим блины. И здесь все время прижаривается это масло, которое я оттирала всегда с помощью металлической проволочки такой, да, знаете, мочалочка такая есть. Ну что ж, мы на подготовленную поверхность, увлажненную, влажной губочкой наносим нашу пасту. Вставляем на 20 минут. И через 20 минут начинаем все вот это вот тереть. Обратите внимание, самые трудно стираемые пятна, в принципе, достаточно легко у меня тёрлись. Конечно, я приложила усилия, но не такое, как обычно, и без металлической губки обошлась. Ну, то есть, вот таким же образом протираем всю плиту. Конечно же, усилия мы прикладываем, но я вам скажу, что по сравнению, допустим, с комотом, это все не сравнить никак. Все достаточно легко оттирается. Ну, все происходит на ваших глазах, смотрите. То есть вот так мы проходимся, все пятна стираем. Далее я беру, как правило, чистую влажную тряпочку и начинаю протирать, удаляя уже остатки пасты и грязи. Сначала влажной тряпкой все как следует протираем, потом протираю всегда сухой тряпочкой. Ну вот смотрите, плита практически новая, даже уже не хочется ее менять на какую-то другую. То есть смотрите, белоснежная плита. Сейчас мы еще раз ее протрем и покажем вам самые страшные местечки, которые у нее были, да? Вот особенно около большой конфорки, где мы чаще всего жарим блинчики, всегда такой нагар от масла. Помните, смотрите, ну белоснежный, никаких следов, и металлическая губка не потребовалась, а потребовалась всего лишь паста от Батель.